Привет! И сегодня я расскажу о том, что хранится у меня на iPad. Так как у меня нет айфона, то вам придется довольствоваться тем, что есть. Это заставка на моем iPad, и, пожалуй, начнем? Да? Первое приложение, хотя нет, это не приложение даже, это просто Safari. Потом есть мейлы всякие, все стандартное, видео, музыка, там есть Justin Timberlake, Mars, в общем, все, как я люблю. Следующие книги. У меня тут куча разных книг, которые я скачала, но кто будет их читать? Не я. Заметки. Заметки тоже стандартные, их там куча, и вам не интересно. Начнем с папки «Мои статьи». Здесь просто разные интернет-страницы с моими статьями, где я упомянута. Фирмы. О мой бог. Милые обманщицы, пожалуйста. Я обожаю. Серьезно, ребят, обожаю этот сериал. Следующая папка с моими библиями, следующая с переводчиком, следующая с чем там, да, с двумя играми, всего лишь две, ну извините. Первая Heads Up, это как шарады, типа что-то нашего крокодила. То же самое, только выбираешь тему и загадываешь слово. 2048, о, да, все штаны просидела в универе с этой игрой, серьезно, обожаю, просто обожаю. Следующая папка фото, инстатекст. Здесь редактирую фотографии разные. Ну, в общем, как всегда, Джона Хилл, Шейн Татум, обожаю этих ребят. Оно, правда, сейчас не работает, поэтому перейдем, наверное, к другому приложению, я так думаю. Да. StackPad. Здесь просто коллажи можно делать. Камера Плюс. То же самое, как Instagram, типа что-то похожее. Ну, в общем, как Instagram. PicsTouch. Здесь, типа, можно, опять же, коллажки всякие делать. Какая-то фигня, короче. И, о мой бог, Afterlight. Это самое крутое приложение, которое я когда-либо видела. Оно стоит буквально $2 или даже меньше, но оно крутое. Можно обрабатывать фотографии, добавлять свет, всякие там лайты, все такое, фильтры. Короче, купите это приложение в iTunes 100. Оно очень классное. Очень, прям, советую. PicLab. Опять же, Михаил Чайкратин. О, боже, да, пожалуйста. Обожаю этих ребят. И да, классное приложение, можно делиться фотками в Instagram. Супер. Следующая папка приложения, да, опять. В общем, всякие карточки какие-то, я не знаю, здесь. Какая-то фигня мне здесь. Джастин, о, да, пожалуйста, будильник с Джастином по утрам. Угу, я согласна. Хилсон, разная конференция здесь и все такое. Можно слушать книги в приложении. Называется Audible. Следующие 7 минут. Здесь как бы вокауты такие по 7 минут, типа что-то такого. Приложение, где можно искать квартиры в разных городах и снимать их. Не помню, как оно называется, но я напишу это в дескрипции внизу видео. Вы увидите. Да, что-то такое, типа домик в Италии. Угу. И Evernote. Evernote — это обычные записки всякие. Обычно пользуюсь ими в универе. Знаете, когда лень писать. Папка видеозвук. YouTube, мой канал. Та-дам! Да-да-да. В общем, ничего интересного. Что следующее? Да, Capture, приложение, через которое я загружаю свои видео на YouTube. Посмотрим на мое лицо еще раз. Угу, да. Следующее, это радио какое-то, по-моему, да. Американское радио, супер классное. Серьезно, ребят. Game Video, это такое приложение, где я обрабатываю видео на YouTube тоже, но почему-то перевернуто, поэтому пока-пока. iMovie, здесь тоже обрабатываю видео разное и выкладываю на YouTube. Следующее, это Fish Eye. Типа можно делать такой Fish Eye. Ну, короче, понимаете меня. Он тоже перевернутый. И voice recorder. Он что-то не работает. В общем, здесь звук записываю, короче говоря. Следующая папка — социальные сети. Skype. О, да. ВК. Конечно, с паролем. Моя страничка. Угу. Угу. Да, давай сделаем рекламу. Угу. Как будто этой рекламы мало. Моя любимая аудио и треки всякие. Twitter. О, да. Угу. Как-то я не особо здесь много пишу, если честно. Напишу один твит хотя бы ради прикола. И смайлики всякие тупые. Обожаю эти тупые смайлики, если честно. Инстаграм. Да, Инстаграм, который снова перевернут. В общем, ничего там интересного нет. SoundCloud. Shots. Shots — такое приложение типа Инстаграм, но без фильтров. Facebook. Мой любимый Facebook. Teenvox всякие. Друзья у меня здесь на стенке. В общем, всякая ерунда. Да, у меня два уведомления, о которых вы, наверное, не хотите знать. Поэтому перейдем дальше. Следующая папка — шведского языка. Очень много всяких шведских статей, всяких радио на шведском, книг и все такое, в общем. Покажу вам мой самый любимый шведский сайт. Здесь про их традиции, культуру, в общем, еду, всякая ерунда. Веб. Здесь тоже куча всего. Всякие тамблеры, ютуб, в общем, разная всякая ерунда.
Вот, пожалуй, покажу вам один мой любимый сайт. Называется он Диисточник. На самом деле они работают у нас в Европе. Здесь показаны разные такие точки, где можно найти воду родниковую в Америке. Это, конечно, очень круто. На всякий случай, если кто-то едет в Америку, используйте этот сайт. Это очень клево. И что еще показать? Да, покажу вам мой любимый блог. Называется «Прекрасный беспорядок». Здесь все просто. От кулинарии до моды, в общем, как делать декор всякий, красота, мейкап и все такое. В общем, да, обожаю. У меня будет линка. У меня будет ссылка внизу на этот сайт, поэтому сможете его посмотреть, да. Обожаю его, на самом деле, очень много готовлю с него или что-то типа такого. Очень классные рецепты у них здесь, да. И всякие идеи для декора, тоже очень крутой сайт. Ну, наверное, все как-то по нему. Перейдем к Amazon. Amazon книги. У меня здесь куча страниц с Amazon книгами, которые я хочу купить. Но пока что-то я не купила. Поэтому как-то да. Карта у меня здесь есть, фото. Это классная фотография, да. Моя цитата просто на сегодняшний день. Что еще? О, да, покажу вам просто фотографию гимн прошлого лета. Да, мои донцы, обожаю их. Правда, у нас их не продают, жаль. Я не знаю, почему я вставила фотографию моего газа здесь, но спасибо большое, что посмотрели мое видео, и я очень ценю это. Спасибо за просмотр, и пока!